Более 3 миллиардов пассажиров в год – таков объем перевозок на пригородных линиях в нашей стране. Четкая, бесперебойная доставка пассажиров – задача не столько транспортная, сколько народно-хозяйственная, социальная. Успех в решении этой задачи во многом зависит от железнодорожников, но не в меньшей степени от машиностроителей, от тех, кто создает подвижной состав. Электропоезд R2R. Его серийный выпуск начат Рижским вагоностроительным заводом в 1985 году. На базе уже знакомых многим железнодорожникам электропоездов R2 и R22. На первый взгляд R2R мало чем отличается от R2. Тот же принцип формирования состава 4, 6, 8, 10 или 12 вагонов. Те же габариты и число мест в вагонах. И конструкционная скорость та же 130 км в час. Но номинальная общая мощность двигателей 10-вагонного поезда часового режима выше на 1500 кВт, а моторного вагона на 100 кВт. Отличительная черта электропоезда – использование полупроводниковой техники в системе рекуперативного торможения, позволяющий не только сократить тормозной путь, но и экономить электроэнергию за счет ее возврата в сеть. При часовом режиме и полном возбуждении среднетехническая скорость R2R превышает скорость R2 на 4,5 км в час. А ускорение поезда с пассажирами на прямом горизонтальном участке пути больше почти на 17%. И это все при том, что общая масса 10-вагонного R2R больше массы R2 почти на 27 тонн. Ходовые части электропоезда имеют свои отличительные особенности. Так, например, на раме тележки прицепного и головного вагонов закреплены тормозные цилиндры, рычажно-тормозная передача. У поезда R2 они закреплены на раме кузова. На тележке моторного вагона применен бесчелюстной буксовый узел с буксовыми тяговыми поводками. Они удобны тем, что не требуют смазки, так как трения при движении не возникает. В случае повреждения поводки несложно заменить на новые.
На торцах упорных буксовых крышек, по одному на каждую колесную пару тележки моторного вагона, в алюминиевом корпусе смонтирован узел заземления. Его устройство исключает прохождение тока через буксовые подшипники. Заземление буксы колесной пары с рамой тележки, а рамы с кузовом вагона выполнены гибким соединением. Это заземление обеспечивает защиту людей от поражения электрическим током. Бандажные колеса колесной пары моторного вагона напрессовывают на ось, на которой, кроме того, установлены составные части редуктора. Зубчатое колесо, опорные подшипники, насаженные на ступицу зубчатого колеса, симметричного относительно оси венца. Фланец насаживается на вал малой шестерни при температуре не более 230 градусов Цельсия. Каждая колесная пара проходит балансировку на специальном стенде. При заводской сборке подшипника верхнего узла редуктора тщательно выверяется осевой зазор. Он необходим, чтобы в процессе вращения не возникало трения или заклинивания. При сборке верхней и нижней части редуктора обязательно должна быть обеспечена герметичность его внутренней полости. Упругая муфта служит для передачи крутящего момента от тягового двигателя к осевому редуктору и снижает ударные нагрузки в деталях привода за счет гибкости резинокорного элемента. Каждая колесная пара после сборки проходит обкатку. Крепление кузова к моторной тележке у R2R выполнено с помощью шкворневого устройства с использованием резинометаллической втулки, стабилизирующей положение тележки в пути.
гидравлический гаситель колебаний надрессорного бруса установлен под углом 50 градусов к горизонтали, что позволяет ограничивать и вертикальные, и горизонтальные колебания кузова. Для формирования состава каждый вагон снабжен автоматической сцепкой SA3. Часть автосцепного устройства – поглощающий аппарат. Он предназначен для амортизации продольных усилий, возникающих в поезде. Упругая переходная площадка с резиновыми уплотнительными баллонами частично поглощает как горизонтальные, так и вертикальные колебания. Одновременно площадка служит для перехода пассажиров из вагона в вагон. А как же создается вагон? Внутри стального кузова в специальных желобах прокладываются все необходимые для функционирования электропоезда электрические провода и кабели. Идет монтаж шкафов с электрооборудованием. Монтируется электропневматический привод наружных дверей. После выполнения электромонтажа укладывается звукотеплоизоляция, устанавливается обшивка пола, стен, потолка. В оконном проеме вмонтированы блоки с самоуравновешивающимися механизмами для подъемных форточек. Под потолком электроосветительная аппаратура. На крышах вагонов устанавливают электросиловую аппаратуру. Под вагонами пневматическая и электрооборудование. Для торможения электропоезда R2R наряду с основным реостатно-рекуперативным применяются традиционные виды торможения – электропневматическое и пневматическое. Тормозные цилиндры расположены на тележках всех вагонов. От тормозного цилиндра система рычагов и тяг передает усилие на тормозные колодки. При износе тормозных колодок зазор между ними и поверхностью катания становится больше допустимого. Значит, увеличится и выход штока тормозного цилиндра для регулирования выхода штока пневмомеханического действия. При увеличении давления воздуха до 1,5-2 атмосфер срабатывает механизм регулятора и укорачивается тяга рычага, уменьшая тем самым зазор до заданной величины. Пневматическое торможение является лишь одной из функций общей пневматической схемы электропоезда, которая приводит также в действие токоприемник, систему открывания и закрывания дверей,
стеклоочиститель, звуковую сигнализацию, песочницы и ряд электрических аппаратов. Управляются все процессы с пульта управления поездом. Познакомимся с пневматической схемой электропоезда, а также с некоторыми приборами и оборудованием. В этом нам помогут наглядные пособия технического кабинета депо «Железнодорожное» Московской дороги. Под потолком каждого вагона проложены два трубопровода. Это тормозная и напорная магистрали поезда. В конце каждого вагона они заканчиваются концевыми кранами, а при формировании состава обе магистрали соединяются с помощью соединительных рукавов. В тормозную магистраль сжатый воздух подается из напорной магистрали через кран машиниста. Разобщительные краны позволяют перекрывать или открывать движение воздуха в трубопроводах, сообщающихся с каждой из магистралей. Тормозной магистралью соединены имеющиеся в каждом вагоне стоп-краны. В воздухораспределитель воздух поступает из тормозной магистрали через тройной клапан и разобщительный кран. Автоматический выключатель управления. Когда давление в тормозной магистрали достигает уровня 4-4,5 атмосфер, с его помощью замыкается контакт, позволяющий собрать схему пуска поезда. Но стоит снизить давление в тормозной магистрали до 2,9 атмосфер, срабатывает автостоп, и схема пуска поезда разбирается. В напорную магистраль сжатый воздух поступает из находящихся под головным и прицепным вагонами попарно соединенных главных резервуаров емкостью 170 литров каждый. А в главные резервуары воздух нагнетается электрокомпрессором. Когда давление в напорной магистрали достигает 8 атмосфер, ответвленный от нее регулятор давления автоматически отключает электрокомпрессор. И наоборот, когда давление падает до 6,5 атмосфер, включает компрессор. Правый манометр показывает давление в напорной и тормозной магистралях, а левый – в тормозном цилиндре передней тележки и в сообщенном с краном машиниста уравнительном резервуаре. Воздухораспределитель на каждом вагоне сообщен с запасным резервуаром. Питательный резервуар получает воздух от напорной магистрали через реле давления. Через двухходовой кран питательный резервуар соединяется с тормозным цилиндром. Когда в напорной магистрали отсутствует воздух, например, при следовании вагона в нерабочем состоянии,
реле давления переключают на питание от тормозной магистрали. Во всех вагонах с тормозными цилиндрами соединены сигнализаторы отпуска тормозов. Электропоезд серии R2R, предназначенный для пригородных пассажирских перевозок, оборудован краном машиниста, условный номер 395-005, который имеет 7 основных положений. Этим краном мы имеем возможность управлять как пневматическими, так и электропневматическими тормозами. При первом положении ручки крана машиниста воздух широким каналом из напорной магистрали поступает через золотник в тормозную магистраль. Одновременно воздух проходит в уравнительный резервуар, наполняя его, подходит к манометру и стабилизатору перезарядного давления. Второе положение крана машиниста обеспечивает автоматическое поддержание давления в тормозной магистрали путем перепускания воздуха из напорной магистрали в тормозную. Это обеспечивается за счет того, что давление над уравнительным поршнем сохраняется постоянным за счет стабилизатора, и таким образом у нас в тормозной магистрали поддерживается постоянно зарядное давление. Третье положение крана машиниста является положением перекрыши, без питания тормозной магистрали. Четвертое положение крана машиниста – это перекрыша с питанием тормозной магистрали. При постановке крана машиниста в положении 5А на пульте управления загорается лампа Т. Включается реле РТ. И по всему поезду по 47-му проводу получают питание вентили торможения и электровоздухораспределители. Воздух из запасного резервуара через тормозной вентиль 305-го электровоздухораспределителя проходит через авторежим и попадает в верхнюю часть реле давления. Реле давления срабатывает и пропускает воздух из питательного резервуара к тормозным цилиндрам. При переводе крана машиниста шестое положение. Тормозная магистраль широким каналом сообщается с атмосферой. Одновременно уравнительный резервуар также разряжается в атмосферу. Происходит экстренное торможение поезда. При этом все воздухораспределители поезда 292 срабатывают на экстренное торможение. Сердце поезда – электрооборудование, которое обеспечивает работу в режимах тяги и реостатно-рекуперативного торможения. В комплект электрооборудования входят высоковольтные и низковольтные аппараты. На крыше моторного вагона
размещено высоковольтное оборудование, токоприемник. Два разрядника, фильтр радиопомех и блок пуска тормозных сопротивлений. Провода для параллельного соединения токоприемников проложены в трубах. Лестница для подъема на крышу снабжена электрической блокировкой. На торцевых и лобовых стенках вагона поезда вмонтированы розетки и штепселя межвагонных соединений. При помощи таких межвагонных соединений собирается схема высоковольтных и низковольтных цепей поезда. Большая часть электрооборудования сосредоточена на моторном вагоне. Под его кузовом размещены тяговые двигатели и специальные ящики. Реостатный контроллер. Главный разъединитель и повторители силовых контакторов. Реверсивно-тормозным переключателем, контакторы отопления, автоматический быстродействующий выключатель и имеющийся под каждым вагоном электровоздухораспределитель. В высоковольтном шкафу номер 1 моторного вагона расположен вспомогательный компрессор и аппаратура управления им. Шкафу номер 2 – аппаратура управления электропневматическим торможением. Шкафу номер 3 – электронные блоки для управления электрическим торможением, электронное реле ускорения реостатного торможения, а также управление напряжением тяговых двигателей. Под кузовом головных и прицепных вагонов расположены компрессор, аккумуляторная батарея, преобразователь и ящик с высоковольтными контакторами вспомогательных цепей. Во втором шкафу прицепного вагона аппаратура управления освещением, отоплением и вентиляцией. Третьим — измерительная аппаратура для батарей и регуляторы напряжения и частоты преобразователя. В седьмом шкафу головного вагона аппаратура управления преобразователем и вспомогательными цепями. Все режимы в силовых низковольтных цепях собираются при помощи контроллера машиниста, расположенного на пульте управления. Посмотрим, как работает силовая схема электропоезда в режиме тяги. Этому режиму предшествует подготовка поезда к работе, в процессе которой поднимаются токоприемники, включаются преобразователи, восстанавливается защита. Thank you.
силовая схема режима тяги собирается автоматически после перевода главной рукоятки контроллера в одно из тяговых положений. После тока приемника следующий аппарат – быстродействующий выключатель, призванный защитить силовую цепь от возможных перегрузок и коротких замыканий. В аварийной ситуации он способен отключить цепь в тысячные доли секунды. Перед установкой быстродействующие выключатели проходят испытания на стенде. Следующий в схеме – линейный контактор. По команде машиниста он включает или отключает цепь. Пусто-тормозные реостаты ограничивают ток до заданного значения в тяге, а в режиме реостатного торможения на них рассеивается энергия. Во время разгона поезда и, соответственно, увеличения ЭДС, якорей тяговых двигателей, сопротивление реостату уменьшается. Его ступени закорачиваются контакторами силового контроллера. Прежде чем двигатель будет установлен на поезде, он пройдет всесторонние испытания. При установке ручки контроллера машиниста в четвертое тяговое положение происходит автоматический пуск поезда. Включаются контакторы ЛК и ЛКТ. Схема собирается. По мере разгона поезда возрастает ЭДС якорей тяговых двигателей. И для поддержания заданного значения тока по команде электронного блока поочередно включаются контакты силового контроллера, который пунктирует ступени пускового реостата. Так происходит пуск до 14-й позиции, на которой двигатели работают с полным напряжением и полным магнитным полем.
Дальнейший разгон поезда происходит за счет ослабления поля тяговых двигателей. Теперь, по командам электронного блока управления, контакторы силового контроллера шунтируют ступени реостата ослабления поля. Разгон поезда продолжается при полном напряжении на тяговых двигателях и минимальном ослаблении поля. Индуктивный шунт включен в цепь обмоток возбуждения тяговых двигателей во избежание бросков тока при бросках напряжения в контактной сети. Набрав нужную скорость, машинист прекратит разгон поезда и поведет его на выбеге. В момент выключения тяги размыкается контактор, резко усиливается поле, и ток якорей тяговых двигателей уменьшается. Это предотвращает ухудшение коммуникации тяговых двигателей в момент отключения тяги и облегчает условия работы контроллера. Через 2 секунды после выключения контактора отключаются контакторы ЛК и ЛКТ, а накопленная в обмотках возбуждения энергия разряжается в контуре, образованном с помощью диодов. С точки зрения расхода электроэнергии, оптимальный режим поезда таков: быстрый разгон с максимальным тяговым усилием, затем выбег и интенсивное торможение. Рассмотрим работу силовой схемы поезда в рекуперативно-реостатном торможении. Торможение поезда наиболее эффективно, когда ручка контроллера машиниста находится в положении ZT. При этом включаются контакторы Т и ЛКТ. Собирается схема реостатного торможения с независимым возбуждением. После того, как в цепи нарастает ток и напряжение на двигателях достигает уровня, близкого к напряжению в контактной сети, включается контактор ЛИ. Выключается контактор Т, и схема начинает работать в режиме торможения с возвратом электроэнергии в сеть. Постоянное значение тока якорей поддерживается с помощью автоматического регулирования тока возбуждения, управляемым тиристорным мостом и электронным блоком управления. Процесс рекуперативного торможения
продолжается до скорости 50-55 км в час. При этом ток возбуждения достигает максимального значения, и поддерживать дальше напряжение на якорях тяговых двигателей, равное напряжение в контактной сети, становится невозможным. Схема снова переходит в режим реостатного торможения с независимым возбуждением. Следом за этим контроллер переходит на вторую позицию. Включаются контакторы 15 и 16. Запирается тиристорный мост и собирается схема реостатного торможения с самовозбуждением. Для выравнивания тормозной силы в этом и предыдущем режимах обмотки возбуждения шунтируются сопротивлениями реостата ослабления поля. Теперь посмотрим, как защищается силовая схема при аварийных режимах в процессе рекуперативно-реостатного торможения. Защита осуществляется быстродействующим выключателем с контактором защиты. Наибольшую опасность представляет замыкание на землю якоря первого тягового двигателя в режиме рекуперации. При этом возникает два контура замыкания. Замыкание контактной сети на землю и короткое замыкание якорей тяговых двигателей. После отключения контактора защиты ток короткого замыкания тяговых двигателей протекает через обмотки возбуждения двигателей в обратном направлении, размагничивает их и быстро затухает. Управление электропоездом R2R происходит с пульта машиниста. Отсюда машинист подготавливает поезд к движению, руководит режимом тяги, режимом торможения, освещения, отопления, вентиляции и другими процессами. Для каждого из этих режимов при соответствующих действиях машиниста собирается своя схема. Тренажер для обучения локомотивных бригад позволяет полностью воссоздать процессы управления электропоездом R2R. Рассмотрим их с помощью упрощенных основных цепей управления. Перед началом движения восстанавливается защита. Включается ключ ЭПК. Реверсивная рукоятка контроллера машиниста устанавливается в положении вперед. После включения главной рукоятки контроллера в положении М собирается схема маневрового режима. В цепи 11 провода включается реверсор и одновременно в цепи 2 провода тормозной переключатель моторного режима. Вслед за этим в цепи 22 провода включается повторитель тормозного переключателя моторного режима. Создается цепь включения линейного контактора, который своими блокировками включает линейно-тормозной контактор.
Так собирается силовая схема режима тяги. При переводе рукоятки контроллера в первое тяговое положение происходит разгон поезда с постепенным уменьшением пускового реостата. Ток тяговых двигателей поддерживается неизменным с помощью электронного реле ускорения, которое переключает реостатный контроллер до 14-й позиции. При переводе рукоятки контроллера машиниста во второе тяговое положение дополнительно включается контактор, и дальнейший разгон поезда осуществляется за счет ослабления поля тяговых двигателей. Максимальное ослабление поля наступает при установке рукоятки в четвертое положение. Для включения электрического торможения машинист ставит рукоятку контроллера в третье тормозное положение. При этом включается тормозной переключатель и его повторитель, контакторы возбуждения и тормозной контактор, контактор ЛКТ. Контактор возбуждения подает питание на трансформатор возбуждения, а контакторы Т и ЛКТ завершают сбор силовой схемы режима реостатного торможения и схемы независимого возбуждения. Когда при реостатном торможении напряжение якорей станет близким к напряжению контактной сети, включается реле включения рекуперации и линейный контактор ЛК. А контактор Т отключается. Так заключается переход силовой схемы от реостатного к рекуперативному торможению. По мере снижения скорости система автоматического управления торможением САУТ увеличивает ток возбуждения тяговых двигателей. При токе 250 ампер реле перехода на самовозбуждение включает контактор Т и отключает линейный контактор. Реостатный контроллер отключает контакторы возбуждения КВ и ОВ. Thank you.
как происходит переход силовой схемы с рекуперативного на реостатное торможение с самовозбуждением. По мере снижения скорости реостатный контроллер поэтапно переключается до 11 позиции. Для отключения торможения главную рукоятку контроллера переводят в нулевое положение. Кроме рассмотренных схем, к основным цепям управления относятся цепи управления токоприемниками, электродвигателем компрессоров, вспомогательным компрессором, быстродействующим выключателем и возвратом защиты. Цепи управления вентиляцией, отоплением, сигнализацией, освещением и многие другие отнесены к вспомогательным. При техническом обслуживании ТО-1 и ТО-2 должно быть очищено лобовое стекло. Нужно проверить крепление узлов стеклоочистителей. Звуковых сигналов, механизма раздвигания дверей. В постоянном контроле и уходе нуждаются предусмотренные конструкции вентиляции, радиосвязь, освещение, отопление и другие удобства. Они всегда должны быть в полной исправности. Основное внимание при проверке тормозной системы и пневмооборудования перед выездом из депо или пункта отстоя должно быть уделено проверке действия крана машиниста. Для этого проверяют согласованность положения рукоятки с загоранием сигнальных ламп. Нужно убедиться в действии тормозных цилиндров и тормозных колодок. Текущий ремонт ТР-1 начинается с ревизии оборудования без его снятия. Затягивают крепление. Продувают воздуховоды, проверяют плотность всех соединений в пневматической и тормозной системе, заменяют износившиеся элементы, обновляют смазку, регулируют механизмы.
соответствии с правилами технического обслуживания и текущего ремонта, каждые 5 дней производится техническое обслуживание ТО-3. Начинается оно с осмотра механического пневматического и электрооборудования. Неисправности в электронных блоках устраняются только на специализированных участках ремонта электронного оборудования. Надежность в работе пневматического и тормозного оборудования во многом зависит от регулярности проведения технического осмотра и регулировки, от тщательности планового ремонта. Устраняются дефекты, выявленные машинистом в ходе эксплуатации. Проверяя ступенчатое торможение, необходимо убедиться, что минимальная ступень изменения давления тормозных цилиндров не превышает 0,5 атмосфер. При текущем ремонте ТР-2 оборудование может быть разобрано, детали вычищены, при необходимости заменены. Текущий ремонт оборудования ТР-3 предусматривает снятие всего оборудования. Все операции выполняются в цехах и отделениях депо. Эффективная, безаварийная работа локомотивных бригад и ремонтных служб на пригородном пассажирском транспорте во многом зависит от знания устройства и принципа работы подвижного состава.